Хафиз Мамедов, известный азербайджанский бизнесмен, основатель холдинга ⁇ Бахлан Групп ⁇ в прошлом владелец французского клуба Ланс, бакинской футбольной команды Баку и акций ⁇ Спанская атлетика Мадрид ⁇ По оценке французских СМИ, в 2012 году оборотный капитал Хафиза Мамедова составлял 2 миллиарда долларов. 57-летний Хафиз Мамедов являлся владельцем крупного азербайджанского банка ⁇ Банков Азербайджан ⁇ нефтяного месторождения Бахар, контролировал железнодорожные грузоперевозки, осуществлял крупнейшие строительные и инвестиционные проекты. В 2016 году бизнес-империя Хафиза Мамедова неожиданно потерпела крах. 27 января, Хафиз Мамедов был арестован в Азербайджане из-за задолженности по соцвыплатам. Спустя три дня, бизнесмен вышел на свободу. Сразу же после освобождения, Хафиз Мамедов согласился ответить на вопросы YouTube канала журналиста Инулы Фатулаева. Это была правда у вас? Сколько миллиардов у вас было тогда? Это был такой неприятный период. Я, честно говоря, не хочу об этом говорить. Когда вы впервые поняли, что у вас начинаются проблемы? Олигарх и очень уважаемый человек, и, скажем, он большую роль сыграл в моем становлении. Все эти люди безнаказанно уводили деньги из банка. Это банда. Вот где мы остановились? В 2014 году пока грабят меня. Вы играете в казино. И много проигрываете. Я удачливый человек. Хафиз Меджидович Мамедов, основатель, знаменитый. В прошлом, да и сегодня группы Баглан Холдинг с оборотным капиталом 2 миллиарда долларов, известный миллиардер, владелец транспортной компании, строительной компании, а также футбольных клубов как в Азербайджане, так и во Франции. И вдруг такой знаменитый, известный человек не только в Азербайджане, и за его пределами оказался в тюрьме, потому что не смог выплатить 800 тысяч. Долларов uh -huh. примерно столько составляла сумма. Uh -huh. 800 тысяч долларов э и оказался в тюрьме. Как такое могло произойти, Хафиз Маринович? Очень интересный вопрос. Можно сказать, что э, только это произошло по вине самих. Можно сказать, что можно было поступить по-другому, чтобы э, закрыть это дело. И это было, касалось только денег. Вовремя деньги не нашли, поэтому. Этот долг должен быть выплачен, потому что он уже подтвержден. И поэтому нам надо было время взять, чтобы подготовиться и оплатить это. И спасибо, что они поняли нас. Я сейчас на свободе и как раз собираюсь в очень короткий срок это закрыть. Человек, возглавляющий, можно сказать, гигантскую экономическую империю, владелец заводов, газет пароходов как писал классик, вдруг оказался в бакинской тюрьме. Знаете, Ощущение это... ваше. Ощущение то такого, то, что... То есть вам не верилось? Не, абсолютно не верилось. Не то, что не верилось. У каждого, у каждого человека есть э, свои, как говорится, лимиты, ограничения. Да, вот до сюда я могу дойти. или ну, Никогда бы не, даже не приснилось, что я могу зайти в тюрьму да. Они На вас надели не... наручники? Не были проведены все процедуры законные, да. Но можно сказать, что с очень большим уважением отнеслись, все поняли и возраст мой приняли, и известность мою тоже приняли. Очень много уважали. Я благодарен всем тем, кто помог мне в этом деле. Но это такое дело, знаете, в долг бюджету или, скажем, тот же социальный фонд или же тот же налоги. Это должно для меня всегда это было священно. Я всегда старался вовремя это все оплатить. Я не хочу сейчас винить кого-то в этом вопросе. или э, Просто факт, это сам на самом деле, что есть, я это говорю, что, во-первых, если что-то происходит, это твоя вина. Если ты руководитель, если ты глава, если что-то произошло, ты должен сам себя винить. Это нам нужно вину искать в самом себе. Вы, 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 полностью погасили вот эту задолженность? Нет, я, мы погасили часть задолженности. И спасибо, что нас поняли, что выпустив меня, остальной долг, в кратчайший срок, я обязательно оплачу. Казуч, ваши проблемы возникли, когда был похищен ваш отец. Я помню, я занимался расследованием того громкого дела, связанного с значит, бандой полицейских оборотней во главе с Гаджимомедом. И тогда похитили вашего отца. И вы тогда заплатили выкуп. 2 миллиона, дол, 2 миллиона евро. Я даже помню, вы прибегли к очень такой интересной уловке. Заплатили преступникам деньги, значит в банк в банкнотах 500 евро uh -huh. и кстати говоря впервые они и попались попались в тот в тот период то есть следственные органы они значит они они нашли вот первую зацепку именно благодаря вашему делу наверное это стало для вас вторым потрясением после похищения отца наше, наше положение э, затруднилось и чисто по бизнес плане это не то что э, касающееся моей семьи э, вот это дело с моим отцом это был такой неприятный период я честно говоря не хочу об этом говорить я же я же неспроста скажем начал с того, что вы были владельцем заводов, газет, да. пароходов. Да. То есть вы, вы владели, скажем, вы осмелились сказать, что контролировали многие сегменты азербайджанской экономики в тот период. Поэтому с этой точки зрения вы являетесь фигурой знаковой. Но можем ли мы ска сказать так, что вы стали крупным и успешным бизнесменом благодаря поддержке государства? Потому что... В тот период независимые газеты да и западные либеральные СМИ писали, что министр транспорта Зия Мамедов был вашим партнером. В принципе у нас были хорошие отношения, но моя компания работала чисто по бизнесу. Можно сказать, что у нас бизнес был построен чисто по на европейский вклад. и наша организация «Баллангрупп» является почти одним из первых, которая провела чистую европейскую транзакцию в Европе еще в 2012 году в сумме 150 миллионов выпуск бандов. Сразу же после него пошла работа на второй транш 300 миллионов, и с этого времени уже у нас начались проблемы. Вы у вас осуществляли грузоперевозки по железной дороге. У нас, у нас То есть, в основном был... специализация шла в этом направлении. У нас, значит, и мы создавали только-только большую корпорацию. Уже у нас было три холдинга, и мы хотели это все объединить. Первый холдинг, этот Групп. Он, э, э, сос он состоял из нефтяной отрасли. Там были три компании. Одна из компаний, «Бахар-Энежи», которая э, вела и ведет разработку этих э, месторождений, «Бахар-Энгум-Дэнэйс». Потом э, «Сокар-Баглан», совместная организация с «Сокаром» в «Бузовнах». Чисто для, для, для территории Бузовны мы, мы закупили в Голландии на экспериментальном институте фабрику для очистки этой почвы. Mm -hmm. Это второй проект. И третий проект компания Petroleum Service Group, которая в данный момент владеет тремя, э, э, как говорится, называют их, ну, которые э, платформами добывают нефть или ремонт в, ну, в этих, в месторождениях. Это были закуплены в Китае две, две штуки в 2011 году и в Румынии одни штуки. Это очень большой, скажем, знак, потому что владеть тремя такими установками, это очень большая потребность есть в этом. Вот эти три организации касались чисто нефтяной отрасли. Потом дальше шло. Что? Транспорт. И транспорте уже не один транспорт. начинали вы с транспорта именно. Я начинал, совершенно верно указали. Вы потом перешли в литературную отрасль. Я начинал не с транспорта, я начинал с металла, металлома Но это вы ушли в ураганы 90-х. Да, вот уже и конец. Я, я, потом... я начал с тучных, нет, я перешел к тучным нулевым. Вот, можно сказать так, цивильный бизнес... Начался. Я, в, перешел, я перешел к этапу, когда вы уже легализовали свой да. капитал, Хэкзбор. Легализовали капитал, и меня назвали системной, например, по имени. Да, вот я любил с системой работать. Когда было легко купить что-то за 20 долларов и продать в Иран или Пакистан за 200 долларов, я вообще для меня чисто философски всегда было, чтобы выберете себе трудный путь, там конкурентов мало. А всегда наша страна в какие-то периоды была как в бизнесе страной мод. Да? Кто-то построил там, не знаю, склад в аренду, сразу все начали строить. Комиссионный открыл, все комиссионные открыли. Я этими делами никогда не повторялся. Я старался всегда системно работать. И начиная, как вы сказали, с цивильный бизнес с железной дороги, я перешел уже сразу же на трейдинг. И этот трейдинг тоже был удачно начался. И тоже системная работа была с уважаемым Абдулбаром Гюзелом, который даже в качестве учителя Это очень был. Азерсон. Азерсон, да. Мы... Еще один азербайджанский олигарх. Да. Олигарх и очень уважаемый человек. И, скажем, он большую роль сыграл в моем становлении. И вот 2005 год, когда вы вот указали, вот этот год уже была сформирована, скажем, цивильная кампания Баалангру. Каркас уже был готов. Каркас уже был готов. И начали как по нашей работе, по нашим возможностям, по тому сервису, который мы предоставляли, или же, пример закупка автобусов, да, в Корее. Это не наш проект был, это был проект государственный, который Баглан группа вошла туда как инвестор и оплатила все эти покупки. И так мы стали. И, в принципе, это наша была политика закупив что-то мы обязательно обязывывали эту сторону эту сторону что вы должны например двигательство выделить для нас. поэтому так при пришлось, что мы компании большую комп компании Д вот так объединились. И хочу сказать, что это предоставленный сервис возможности наши финансовые они открывали нам дорогу, чтобы проекты большие престижные проекты увеличивались. Значит, Вы добиваетесь больших успехов, то есть, скажем так, или если больно выражаться, значит, вы, вы, вы взяли под контроль сферу грузоперевозок на железной дороге. Потом переходите в нефтяную сферу, и после нефтяной сферы вы закупаете один из ведущих банков в Азербайджане. Банков Азербайджан который, насколько я знаю, действовал с начала 90-х годов. Но, при, но вы его превратили в один из ведущих банков страны. Да. Это, э, он был не, не очень-то большим банком. Это назывался он Ишбанкасы. Даже маленький процент являлся акционером тот же Ишбанкасы, который в Турции. Но потом, закупив это, мы, капитал был очень маленький, всего 2 миллиона 500. Я сам лично контролировал этот банк до того, до того, как его капитал стал 15 миллионов, а кредитный портфель 25 миллионов. Я этот банк сдал своим партнерам и получил этот банк обратно в 2013 году уже с портфелем и невыгодным портфелем, ужасным портфелем 155 миллионов и капиталом порядка 40 миллионов. И подняв это до 50 миллионов, я уже почти год владел этим банком, и все это заваруха началась в стране. И я сегодня все это вычислил, как это все произошло? К заварухе мы еще вернемся. Я, конечно. Просто да, да. следуя нашему хронологическому. Порядку. Я хочу сказать, что и затем после того, как вы покупаете банк, значит, превращаете его в один из ведущих финансовых институтов страны, вслед за этим вы уходите еще в футбольный бизнес. Да. В 2012 году вы покупаете французский клуб Ланс да. за 20 миллионов евро. 26. За 26 да. миллионов евро и после этого проявляете интерес и хотите купить еще и британский клуб Шеффилд. Если... Шеффилд Венсдей. Таким образом, я, значит, вспоминаю, после того как вы купили Ланс в 2012 году, французские СМИ написали, что миллиардер из Азербайджана приехал во Францию и купил клуб Ланс это было правда у вас сколько миллиардов у вас было тогда 2012 вопрос не в этом что это миллиарды были и мы потратили на это это не в что вы тратили действительно вы были миллиардером 2012 как писали европейские журналисты быть миллиардером это должно еще быть должно подтверждено какое-то издание или в какой-то организации сам себе кто называет миллиардером были возможности да возможности были всякие инвестиции были меня очень много инвесторов э, верили очень меня э, у меня я за, вот заранее сказал э, ответ губернатора и э, это такое э, иметь такую э, как говорится доверие это просто удовольствие во Франции потратить 26 миллионов иностранцу это нужно чтобы иметь что-то какие-то основания для этого я этот проект чисто так. И патриотические намерения были. И я даже не сморгнув своим глазом, я просто посчитал, что насколько это для моей страны полезно. Ну, кроме патриотизма, вы еще и бизнесмен. само собой. Зачем вам нужен был Ланс? Я, я вот поэтому а говорю. Этот вопрос, например, многие российские журналисты адресовали да. Абрамовичу да. в тот период. То есть незадолго до вас он купил... И, и у каждого человека, у каждого бизнесмена свои понятия. Я по-другому... Знаете, я, я верил в Ланс, и я знал, что Ланс очень много поможет азербайджанскому футболу. Я с этим намерением купил. Потому что была и такая версия, что многие миллиардеры из постсоветского пространства, не покупают футбольные клубы для отмывания денег. Ну, конечно. Для отмывания была денег. Была и такая версия. Кому нужно 26 миллионов отмывать и этим остановиться? Ты какой миллиардер или какой, и, 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 имеющий возможности говорит, какая разница между миллиардером и богатым человеком, да, и, 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 богатым человеком и человеком имеющим хорошие финансовые возможности. Говорит, богатый человек выделяет на все по 5%, да, на все внимание. А финансовые возможности человек, он выделяет на финансы очень много времени, на остальное мало времени, да. Так что, и, какой богатый человек может из-за 26 миллионов... Не знаю какое- это отмывание делает. тогда он никакой большой человек имеющую возможность. М у меня были патриотические чувства поветия этому и у меня были патриотические чувств чисто как футбольный человек. Я, если я на... мне, мне поручает что-то, если я занимаюсь чем-то, я очень большой ответственности отношусь к этому. И я, когда уже начал заниматься футболом, я это подумал, что это для меня уже одна из больших э, этих, да, э, как говорится, законов, что я должен это сделать и при том хорошо сделать. А кто вам поручал? Вы говорите, поручали? Не, мы просто сидели, футбольные люди разговаривали, как поднять азербайджанский футбол, как обрадовать руководство страны, что когда они заходят на стадион, хотя бы радостные ушки со стадиона. Фактически все ваши проблемы начинаются, усугубляются, точнее. Начиная с 2012 года. Почему именно после Ланса все началось? Вот Я... Есть ли здесь какая-то причинно-следственная связь? Абсолютно Видите нет. Видите ли вы в Я, это? Вы, вы совершенно правы. Это как-то как подействовало, но это не основа этого. Я тоже думал, я даже очень долгое время раздумывал, что произошло, как произошло, я наконец-то нашел эту нить. И знаете, нач... опять мы остановились там, это начиналось в 2009 году, а в 2012 году просто капкан открыли, и несколько людей попали в этот капкан. Кто открыл этот капкан? Вот эта организация, эта группа, которая действовала с 2009 по 2016 год банку в Азербайджане, которые привели банк к банкротству, опять-таки есть и, и, и заявление в суд Национального банка о 254 миллионах долгов банка организациям. И, и, а если проверить баланс, официальный баланс банка, то увидите, что банк и находится в положительном балансе 90 миллионов. Как это может произойти? То есть вплоть до дня закрытия, да? В день закрытия баланс показывает, что банк успешный плюс 90. И начиналось это как раз с 2009 года, когда одна из аудиторских компаний провела проверку банка в Азербайджане. И первый раз написал 16 миллионов ущерб. Пожалуйста, давайте, да. вот, давайте по порядку. Хорошо. Когда вы впервые поняли, что у вас начинаются проблемы? Э, вот вы, поняли. У, вы, вы глава 3, корпорации. 3, 3, у, 13 вас, году. у вас, у вас компания, ну, все идет успешно, вы зарабатываете очень много денег. В 2013 году. Вот когда вас. вы поняли, что у вас начинаются проблемы? В 2013 году, когда, вот, когда... Что стало первой трещиной? Первой трещиной, опять-таки говорю. Опять-таки так, так организована была работа, что мы с партнерами начали проблемы выяснять, обвиняя друг друга. Но дело было в другом. Понимаете? Показывали, группа, которая там работала, показывала, вот так скажу, да, это просто сенсация, что как может в одном банке быть две операционные системы? Одна операционная система была для нас, одна операционная, это реальная, понимаете? И смотрев эти операционные, ты смотри, а они, как они работают, ты их обвинял. Они думали, что наши какие-то ошибки заставляют, а банк был в хорошем состоянии. То есть а вдруг вы обнаружили, что в вашем банке идет есть двойное управление? Да. да? А, а первое управление. Не то, что что управление собственно... даже отчетность. отчетность. А кто был вторым? Это наши партнеры контролировали банк, но был там директор банка и директор департамента обслуживания клиентов которые вот они и решили вопрос, в принципе, неправильными отчетами. Отчет данный, скажем, прокуратуре один, а реальный отчет совсем другой. Короче скажу, вот этих в отчетах, в нереальных, Хафиз Мамедов кредиты не брал, а в нереальных Хафиз Мамедов кредиты брал. Из нереальных убрали людей, которые на самом деле получали кредиты, их фамилии убрали вместо них написали меня и, и касающихся меня людей. Вот это я разгадал уже в 2016 году, когда они закрыли банк. Уже. Вы разгадали, а прокуратура смогла разгадать, что это дело? Yes. Есть Честно кто, говоря, кто... прокуратура два раза проверяла банк, и вторая проверка, которая была проведена по моему ходатайству, она э, раскрыла один тот факт, что э, этот факт уже никакие другие претензии не принимаются, потому что они наконец-то раскрыли чистую истинную, истинную, цифру наших средств, сколько Хафиз Мамедов лично вложил в Банку в Азербайджан. И эта цифра разрушает все эти мифы о том, что Хафиз Мамедов взял кредиты. Я вам так скажу, да, если бы разделить мои проблемы, можно это, я это уже структуризировал. Это три части. Это одна часть банков Азербайджан, другая часть Аграркредит и международный банк можно сказать, но сейчас в данный момент агрокредит его претензии. Это вторая часть и порядка больших э, проектов по бизнесу, которые развалины буквально э, фальшивыми постановлениями, э, остановлены весь бизнес разграблен его имущество. Первая проблема у вас возникла с Банком в Азербайджан, и банк закрыли в 2016 году. Следующее, значит, а что произошло с самим холдингом? Что произошло, значит, с вашими обязательствами и вашей деятельностью в сфере транспортных перевозок? Да. Но это, знаете, это не, даже не 2016 год. Все проблемы начались почти 2013 года. Да, с Ланса началось. Опять да. не Ланса. Опять ну, так, не Ланс. ну, да. Скажем, я сейчас расскажу, как Обычно мы говоря. испортили наши отношения с Международным банком. Это я раскрылся через 5 лет. Это просто катастрофа. Например, я даже расскажу про это. В 2013 году несколько партнеров, скажем, и государственных учреждений, и компаний... Такой, 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 такой вид создали Банку в Азербайджане. прям всех навели друг на друга, вот этих друзей. Сами оставаясь на стороне. В 2014 году в, в, уже вследствие этих разногласий началось остановка через 20 лет действующих контракта в Аглангрупп в железной дороге. Без никаких причин. Сразу Европа уже... Лондон, мои партнеры начали беспокоиться, просто почему контракт остановлен. Потом, через три месяца начались, начались нападки на наши активы, вот недвижимость. Через месяц банк был почему-то передан Занжеру Гаджиеву, 13 мая 2014 года. И хотя он не просил, он говорил, мне банк не нужен. Занжер Гаджиев тогда возглавлял межбанк, межбанк. Да, и почему? я расскажу, почему он так вел себя. И даже когда ему говорят, что он говорит, я не хочу банк, мне Багар нужен, ему говорят, бери банк, по багар тоже будет. Но и и, деньги, и да. Через, да, через полтора месяца после захвата банка они привели спецназ бывшего МТН на, прямо на заседание, предварительно оговоренное собрание членов акционеров компании который акцизакцируется в Торонто Экшнч на его заседание привели две машины сотрудников спецназа бывшего МТН. То есть начались э, на вас начались нападки со стороны спецслужб Азербайджана. Не спецслужбы. Да, в Министерство национальной Безопасности, да, речь, речь, речь о, том, о этой структуре. Да, да, это, и это это, это объединенная преступная группировка Эльдар Махмудов, да. Джангер Гаджиев, да. значит это было громкое дело в Азербайджане в 2015 году. Да когда ну, до сих пор отбывает срок джангер Гаджиев вот. за Растрату, да. Альдар Махмудов, насколько я знаю, он вообще исчез. Да. Ничего ничего не слышно, не, не, неизвестно. А в этом человеке ходят, ходят слухи, что он находится значит, он сидит под, находится, находится под домашним арестом. Вот в тот период именно начались на вас, на, на, на вас нападки со стороны спецслужб Азербайджана. Я имею в виду с этой точки зрения. То есть они хотели просто э, закошмарить и отжать бизнес. Да я так понимаю. Да. Они оклеветали меня, меня. И в этом, знаете, как-то были задействованы финансисты трех учреждений Банков Азербайджана, компании «Баглан Групп» и всех других организаций, включенных в Групп». Ограниченное количество работников, которые э, э, по ошибке, другой умышленно вот, э, подтверждал эти цифры, которые неправильные. И эти цифры шли на негатив против нас. И была создана, создана такая аура, как будто Хафиз Мамедов покупает клубы в счет денег других людей. А куда ушли эти деньги? У нас есть список всех имен организаций. Вы кто? передали в прокуратуру? Пока нет. Передай, передадим. Мы уже уточняем кое-что. Не только этот филиал, но у нас еще другой филиал есть, тоже известный бизнесмен. Свен наш земляк его... Не он сам, но... Строительный его, банк, да, да? да? но не он сам, его его тоже ближайший. И, и он увел деньги из банка? И порядка 20 миллионов недостачи в этом филиале. Во втором? Четвертый Во Потом у нас еще несколько филиалов есть, пока хочу, хочу не назвать их имена, но это... То есть все эти люди безнаказанно уводили деньги из банка? И при том вместо а них да. писали, что мы берем кредит. То есть я мог бы завтра прийти в ваш банк да и увести 20 миллионов. Если вы работаете в этих филиалах, uh -huh. если вы в этом деле, это, я их назвал бандой. Это банда. Вот где мы остановились? В 2014 году пока грабят меня. Они, эта банда, в в сторонке. Uh -huh. Это они привел наших друзей, всех друг с другом свалил, и все, Баглан уже приостановлен. Еще через два месяца после Багара закрыли тоже был родственник Эльдара Махмудова, двоюродный брат, закрыл Transgate, мой, э, нашу компанию, которая владела, владела самыми основными маршрутами и автобусами. А 15 год начинается пассивный год, банк э, э, создает э, такую ауру, что денег нету, каждому клиенту по 500 монатов выдают, своим людям выдают, и в 16 году сразу начинается 16 год, вторая волна идет, закрывается банк. 18 января. Продается багаж. Багаж для человека с рождения. Да. В, каком была... В каком году вы купили? Она была отобрана э, у меня. Это э, значит 20 июня 2014 -го года. А когда вы купили его? Я его покупал, и она официально начала действовать, работать с 1 октября 2010 года. Но мы ну, работали с 2008 ну, года. Но там же требовалась сертификация парламента Азербайджана. Ну, конечно, мы все прошли, все процедуры, да. все да, юридические процедуры То есть парламент утвердил, вы, утвердил, вы, вы, вы купили у нас, это месторождение? У нас, были, у нас были банки, которые за нами стояли, и предлагали деньги вложить в это месторождение, и, честно говоря, удачно получилось. Вы в Международном банке Азербайджана брали кредиты? Брал и возвращал. Но суммарно... Как, суммарно был, это задол есть мемориальные ордера, контракты. И это даже мы переплатили. Я, этому, это специальный вопрос. Мы к этому придем. Цифра, которая была озвучена руководству страны. Потом следственным э, структурам пишут. Письмо пишет э, глава организации, э, э, пи, которая, э, которая прием-передачу проводила в этих документах. Хафиз Мамедов всякими э, э, необоснованными отклоня... причинами отклоняется от, от оплаты этих кредитов. Оказалось, что эти кредиты, первый кредит, это сам кредит самого Мамеда Мусаева. Компания, которая брала кредит, принадлежит Мамеду Мусаеву. То есть глава ликвидационной комиссии сам брал кредиты? Нет, это организация, которая меня, э, сняв с Багара... Джангер Гаджиб, который привел организацию Гине Asset Management с его руководителем Эмин Садигом. Вот эта организация в конце уже досталась Мамеду Мусаеву в наследство. И кредиты брали, они после меня через месяц. Просто ввиду того, что там название Багар есть, они написали на меня, почему-то. То есть те люди, которые захватили ваше месторождение, да. они брали кредиты, а эти кредиты записывались на ваше имя. Да, они записали на мое имя. И доложились руководству страны. А прокуратура не расследует это? И, вот вопрос. Расследовала, сейчас я скажу, что расследовала. Вторая, второй кредит в этом 772, это кредитные карты, кредиты по, э, по креди, операциям кредитным картам. Хафиз Мамеда потратил э, деньги с карточек, не заплатил в казино, в футбольный клуб и то, и то Я выяснил, раскрыл, что... Когда в сентябре месяце 2013 -го года, когда я продавал дорожную организацию, самую большую организацию в Азербайджане, Азериншад, за Гатшева, за 255 миллионов, он обещал, он выкупил у меня, и обещал, что через два месяца начать погашение. Через два месяца, как раз, припоминаете, уже вернулись те, 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 те даты, он превращается, не знаю... С, неузнаваемого. Оказывается, ему показали эти 45 минут Человек, кто-то, не знаю, может, владеющий информацией, что он обещал через два месяца, вытаскивает за два месяца 40 миллионов денег из кредитных карт. 40 миллионов. И говорят, что это хафиз потратил. Я. Но вы же контролировали свой банк. Не, это, это, знаете, это уже во время Mm. Когда danger, а контроль. после того, как вы уже отдали да, активы, да, вот, передали да, активы, да. и, и даже если даже не передают, в, в банке работали те люди, которые начинали эту э, нелепость, понимаете? Они и довели банк до закрытия. Просто позор в том, что я могу перед любым э, кредитной организацией доказать, что банку в Азербайджане никогда, никогда банкротом не было дефолтом не было. Скажи то есть у а. меня такой вопрос. Значит, вас обвиняют, э, ко всему прочему, еще и в том, что э, значит, э, вы не расплатились с Межбанком, и у вас кредитные обязательства на сумму... 45 миллионов. 700, 700, 700, 700, 700, 700 общие из 200, них об... второй кредит, кредитный карты. Общий. 772 770, 72 миллиона. А, да. И вот проценты идут, начисляются по сегодняшний день, да? Нет. нет. В законе такого тоже нет. Но этих долгов нет. Зачем еще им проценты еще начислять? В этом деле... Разбирательство идет в прокуратуре. Не так. Это второй был кредит. Третий кредит – это известные процессы в Азербайджане за последние три года. Один из даже пожилых людей в суде сообщил, говорит... И все пока все эти постановления, выходящие против вас, просто мы стесняемся Баку против Баку такси вообще это позор никаких долгов нету Энулаеминович да и вот третий кредит, который является в сумме 265 миллионов, они записали на мои 9 компаний начиная с Баклан Групп Баку такси и парализовали меня да, вас понял, да. вот этих долгов нету плюс Против этого требования у нас вышло дома на 615 миллионов чеки, что мы оплатили. Можно вот вкратце да. резюмировать? Можно. Резюмировать это так, что была группа олигархов. Угу. Группа людей, которая работала вместе, но сам слабым звеном в этой группе был Хафиз Мамедов, и решили все списать на него. Нет, это не так. Это не так? Нет, нет. Вот создается такое впечатление. Нет, чисто случайно, понимаете. Создается такое впечатление. Нет, они начали красть, уже 80 миллионов крадут до меня, угу. когда владеет компанией, контролирует «Зиган Холдинг». И кто крадет, я потом расскажу. С ган, с ган холдинг это компания э, министра транспорта Зима Медова. Не его, сына, сына конечно. Сына. Но его министр да, же сына. не владеет компанией. А, э, знаете, и, и об этом никто не знает. Ни они, ни я не показывают это, а показывают картину такую, что они неправильно руководят банком, или же мы берем деньги и не платим. Вот такая аура создана. И чисто бухгалтерский вид против нас других. Вдруг выходят, там известные люди, как Джангер Гаджев Гадшев, свои, своими претензиями, берет банк под себя. Понимаете? Багар берет. Зачем? В счет этих долгов, этих девяти долгов, которые. Не укладываются в голове. Послушайте. Это да. мошенническая схема, не укладывается в голове. Нет, совсем, он, он как раз пришел в эту схему. Для них это было просто подарок. Для этой группы банды, которые сидят в Банку в Азербайджане. Это им. И когда я прихожу в банк, с большими деньгами, 520... прокуратура пишет, что первый раз в истории, что Хафиз Мамедов э, вложил 524 миллионов и вся сумма была выведена и потрачена. Но это, Инла э, э, Именович, вопрос: если вы привели, привели 524 миллионов и взяли 524 миллионов, как у вас могут быть кредиты? Могут быть? Никак. Как могут быть, может быть, и по актив банка показать 17 миллионов и пассив 17 миллионов? И написать, что у Мамедова есть долг 230 миллионов. Как это может быть? Это не может даже 17 миллионов, один 1 тысяча быть. Я так скажу. Суммарно. Я Субтитры так скажу. Судя, вот, по, а? Просто вот, да. по, по, судя да. по официальной версии. Сколько вы сегодня должны государству? Я не должен государству. Банком. И не банкам. Не, ну вот. Вы сказали это, 727 это, миллионов. Это, это был, как говорится, иск, который был выигран. Что произойдет, если вы не сможете доказать свою невиновность? То есть, если действительно э, эти лица, эти заинтересованные лица, круги, люди, они повесят вот эту космическую сумму на вас, что произойдет тогда? Знаете, они уже это сделали. Сделано. И я это все раздрабил. Я ихнюю схему нашел, как они это все сделали. Вопрос, знаете, где не стыкуется. Они прятали 10 лет день, сумму, которую я вложил в банк. И эта прокуратура вторая проверка подтвердила. И в этой цифре уже, опять-таки, спрашиваю вас, вы умный человек. Енила Именович, если вы вложили, не вложили, просто привели в банк 10 рублей монатов, и взяли 10 монатов, у вас могут быть долги. Могут быть долги в этом банке? Конечно, нет. Я, прокуратура пишет, что 524 миллиона, из них 297 наличных денег, 228 миллионов перечислений. Оплачены со стороны Хафиза Мамеда по банку. Дальше пишет, что и все эти средства были израсходованы по назначениям. Я этим термином недоволен, потому что я не столько забрал. Остаток остается в банке украденным, который я доказал. У меня, опять-таки, в течение нашей беседы я сказал, предоставленные факты, должны исключать все обоснованные вероятности. Эй, я по вероятностям не говорю, не защищаю свою невиновность. Я предоставляю факты. Я предоставляю факты, и факты те факты, которые были подтверждены на основании документов, которые принадлежат другой стороне, с кем я у меня имеется спор. Понимаете, даже не мои отчеты. С этой, с этой частью проблем, с которыми вы столкнулись, все предельно ясно угу. Хотя ясно и то, что очень много еще неясности остается Очень много Такой вопрос, вы и сами затронули эти слухи В этот период, о котором вы повествуете, значит, муссировались слухи о том, что вы играете в казино И много проигрываете я никогда не проигрываю, раз это, и я, и, и, это. Я про это даже упомянул, когда про карты кредитные карты рассказал. Они такой разговор ввели. Во-первых, если. Это неправильно, нехорошо, если. Но, знаете, меня очинили как как будто я трачу другие чужие деньги. Весь. Не свои. Не свои. А я, свои, а свои. А я, свои, всегда свои я никогда. А они свои играли? Я даже взял э, справки из Лондона и даже с, с Монако, что сколько, с какими деньгами я заходил в казино, и с какими деньгами выходил. Это часы официальные справки. И как вы выходили из, из казино? Я удачливый человек, всегда Здесь. удачливый. Ну, просто я очень много раз давал. Ну, знаете. Даже в шутку я так расскажу. Кому, мне, кому раздавались линзи? Мне просто, когда тебе удачу дают, ты тоже хочешь, тебе хочется отблагодарить. И когда в одном из э, э, заведений, в, в Каннах, когда директор подошел ко мне и говорит, «Месье Мамедов, можно вас попросить?» Я говорю, «Пожалуйста». Он говорит, «Вы можете остановить раздавать чаевые?» Я говорю, «Почему?» Он говорит, до да, определенной суммы налоги от чаевых платят работники». Доходя до этой суммы, уже директор платит. Вы дошли до этой суммы, говорите. Вы упомянули Монако, а человек вы легендарный. Там. Я помню, как-то я э, был в Монако, и меня спросили, откуда я приехал. Я сказал, что из Азербайджана, и мне тут же назвали вашу фамилию. Да. Что Хафиз Мамедов. Да. Вы за счет чего приобрели такую, такую известность в Монако? Честно говоря, это э, по футболу. Футбол? Да. О, он я, до сегодня... Но мы дружили нет. с князем Монако. У нас очень хорошие отношения. Очень великолепные отношения. Прекрасные отношения. С Альбером Старк. Альбертом в Талис. Даже, да. да. Он у нас гостил тоже. Я его уважаю. Он хороший человек. И мне нравится, что он моего президента очень уважает как старшего. Когда я... у вас начались проблемы, он не помогал. Он, он, он даже звонил. Он до сих пор звонит. Звонит. Что? Конечно. Ты где? Просто я пять лет... Илья не невыездной из-за вот этих вот, что я сказал. То есть вы из, из, из -за Азербайджана Азербайджан запрещен? Даже доктору я не могу поехать. Из-за чего? Вот из-за того, что я вам рассказываю. Я Альбер очень хочет, чтобы вы поехали к нему в Малакку. Конечно. Он ждет Конечно. вас. Конечно. У нас свои шутки, у нас свои... Как, какая шутка, например? Да, Например, да, бывают, есть такие определенные шутки. И мне нравится его отношение, вообще отношение, его личное отношение. Сейчас этого нет уже, этой проблемы армяно-азербайджанской. А мне чисто нравилось его такое прямое отношение в этом деле. Хотя и, хотя армяне очень много мешали там мне. К -князь, князь поддерживал позицию азербайджанской. Конечно, всегда. И, и знаете, армяне очень так добивались того, чтобы ланс мне не досталось. Даже накануне есть передача, и там показывают, что заходят в, в армянскую диаспору, и говорят, что мы им сказали, что не продайте этому азербайджанцу, да, вы не знаете, не знаю, меня спутали Ахмед Ниджа, там потом Ким Ксерсинем. президентом Ирана Да, что вы не знаете, откуда его все пришли, купили. Да. И говорит, что мы им сказали, что есть один клуб армянским происхождением, они придут, и завтра и купят. А когда кредит Агрикол, услышав только название Баглан Групп, продано тут же. И как продано? За 1 евро купил я клуб. Просто взял на себя обязательство вложить в такой-то срок в клуб 26 миллионов. И я 24 миллиона вложил, всего 2 миллиона не хватило, что я потерял этот клуб. Посмотрите на мою всю актив и за 2 миллионов потерять клуб во Франции, это просто... Вы сказали, что у вас проблемы со здоровьем. А в Баку вы можете найти соответствующую квалифицированную медицинскую Конечно, область. сейчас медицина, доктора у нас хорошие и условия хорошие, но у меня свой доктор есть за границей, который mm -hmm. за мной уже несколько лет подряд наблюдает. У вас, кажется, с ногой. У меня в ужасном состоянии нога, да, варикоз – это внутренний варикоз, который… В два раза даже оперированы были лазером, и даже было приглашение из Австрии, чтобы Выпустить этого больного очень срочно, пока меня не выпускают. Хотя хорошо, что прокуратура уже приняла и подтвердила, что долгов Хафиза Мамеда не существует. То есть все, все. Таким образом, можно сказать, открыт путь для того, чтобы вы возродили, восстановили свой бизнес. Конечно. Я сторонник этого. Почему? Потому что история, кредитная история в любом бизнес юнити, да, скажем, бизнес бизнес-структуре это очень главное самое главное мои структуры с большим большой историей понимаете произвести например проверку первоклассного аудита ты обязательно у вас должно быть э, несколько лет деятельности и при том какой деятельности, чтобы мои организации были операторами я вам сказал каждый в своей отрасли. История великолепная, кредитная история великолепная. Просто нас очернили. Финансы такое дело, что если вы непосредственно не вовлечены в это дело, вам рассказать это вы до сих пор не, не мучить вас, чтобы вы... Вы опять должны меня, мне, например, на доверие поверить. Доскональные. А финансы это такая вещь, что они это так предподнесли всем, что вот этот человек не платит Оказывается, это ввиду того, что они эти деньги взяли, и чтобы кто взял Хафиз Мамедов кредитами взял, и это неплатежный человек. Я достал, что они нашел схему, как они это взяли. Э -э да. Вы вы были очень близки в свое время, близко дружили и, насколько я знаю, были компаньонами с бывшим министром транспорта Зимой Мамедовым. Общаетесь сейчас? Есть какой-то интересует вашим проблемам? Yeah. В свое время он был могущественный человек. Да, да. Ну, э, так я недавно вышел, так не видел пока, но. Ну, вы вышли из тюрьмы, хотя бы позвонил вам. Телефона нет, может, позвонил, я точно не знаю. Но э, так особо активных отношений нет. Нету. Он обижен на вас чем-то. Он, вот я вам сказал, его настроили так, как будто Хафиз Мамедов тратит чужие деньги, кредиты. И то есть он думал, что вы его деньги растратили, да? И его, и другие, и те, и те. И я все это раскрыл, что это не так. Он ошибся. А кто растратил деньги Зимамедову, скажем так? То? А вы это думаете? я не знаю. Это его команда, я не знаю. Я другими делами занимался. Он должен сам выяснить, видимо. Я был оператором по железной дороге. Я был, у меня был проект рус-российская граница, Гандап, бетонная дорога. Я его дизайн провел и приводил в американскую компанию чисто по дизайну. Потом вышел. Это все было в те времена, понимаете? Дойдя до такого уровня и вдруг развалить это все руками друзей, стоять в стороне, потом убрать друзей и продолжать самим до сегодняшнего дня. И имеется ликвидационный план, так называется. Ликвидационный план... Банку азербайджана который каждые три месяца отправляется в суду и там они все рассказывают да, вот это то, мы это взяли все эти ликвидационные планы липовые все они липовые ужас там что абсолютно нереальные цифры Эович так скажу да, они когда начинали вот это махинации финансовые они очень умные документ, умную документацию провели. После 2016 -го года, когда я остался один, закрыли банк, они уже эти махинации, даже не стесняясь, в таком состоянии оставили, что просто нужно туда посмотреть и увидеть вот это. Они словом, бандитизм и организованная преступная группировка. Это, это, это банда. Это банда. Это банда. Финансовая банда. У, -у, -у. Не, у меня никаких проблем с другими нет. Это чисто финансовая э -э -э банкира. После выхода из тюрьмы вы заявили, что вы бизнесом не занимаетесь. А я, я читал... Не то, что не занимаюсь. У меня все отобрали. Я парализован. Но мне сложно представить Хафиза Мамедова без бизнеса. То есть мне это обидно. Это, 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 Эн 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 это понятие тождественное. Мне жалко это. Да, Просто вот. как можно не давать пользу своей стране, президенту, друзьям, народу своему? Как это можно? Я семь лет... Самому себе, в конце концов. Самому себе, конечно. Детям своим. Я семь лет сижу. Меня остановили... В 2016 году полностью. С тех времен, 6 лет прошло. На что живет в последние годы? Вот это на остатки, это, я говорю, что... 22. Деньги остались? Ничего не осталось. Я же есть, что остается, отбирают насильно. Насильно? Да, деньги были в австрийском банке 2 миллиона. Не касающиеся даже Банков Азербайджана. Угу. Насильно привели... Э, конфисковали деньги. Наложили арест, да? Арест нет, уже взяли э, и Почему? В счет долгов Хафиза Мамедова. А этих долгов выяснилось, что нету. А в Лондоне, во Франции где-то еще деньги остались? Вот недавно у азербайджанского депутата нашли 15 миллионов. Есть, по старой есть, памяти. Есть, есть, почему нет? Было бы, я был бы счастлив. Я даже, если надо 100 тысяч, сейчас так, то не так же легко найти. Но у меня имеется достаточно активов, которые бы я бы жил бы этим и работал даже бы этим. Но чисто по глупости, чисто по, как говорится, не знаю почему, в счет чего, это вот арест. Вообще вам не на что жить можно так можно сказать? сказать? Можно так назвать. Потому что я увидел такое, что я, я готов всем, ко всем трудностям. Но 21 год прошел ужасно. Ужасно, что я же не один, у меня же семья, у меня дети. Если а компания, с которого кормятся столько людей, не работает, что творится здесь? А кто вас поддерживает вот, в эти сложные дни? Я, кто рядом с я вами? говорил, мои очень, я выберу друзей очень Друзья вас поддержали. Мои, да, мои друзья. Знаете, я никогда не метил на какую-то должность. Я со всеми честно работал. И друзьями, и партнерами. Я никогда не думаю, что я жил так, чтобы... Не иметь завтра претензий у кого-то, чтобы через пять лет или шесть лет. Я этих ошибок не допускал никогда. Я слышал о вас еще такую, значит, легенду. Ну, вы буквально самый щедрый человек в Азербайджане. Люди это Может, понимают. поэтому у вас и деньги закончились? Нет. Хасимыч, чтобы Нет у меня столько, их, у меня столько их было, что они бы не закончились. Просто отобрали. Ну хорошо, что Эйн Лайминович, кто отобрал, где находятся наши деньги, где находятся наши активы? Это все известно. Опять я говорю, мы не работаем последние пять лет, мы только отвечаем судам э, исполнителям судов, только унижение, не знаю, э, захват чего-то, автобуса, того, ваш долг, тот долг. Понимаете, каждый получил какое-то постановление, не знаю, на руках, вот так парализованный чисто. Владимир, благодарю вас спасибо. за искренний ответ на вопросы, что вот сразу после тюрьмы приняли нас у себя довольно гостеприимно, ну, как вы умеете всегда. Спасибо вам, успехов желаю. Вам спасибо, что потратили столько драгоценного времени. Для нас вы потеряли очень много времени. И мне всегда приятно с вами беседовать. Спасибо.